Хореографический коллектив «Контемп» – участник многочисленных конкурсов и фестивалей, которые принесли большое количество наград различного уровня. А совсем недавно «Контемп» стал участником международного фестиваля, проходившего на территории культурного центра «Кремль» в Измайлово в Москве. Побывали как будто в сказке, то есть соединилась сказка и современность. Выступали мы именно в палатах Кремля, в царском зале. То есть девочки именно ощутили эту атмосферу, да, которая нам помогала, конечно, и вдохновляла на наши награды, которые мы привезли. Коллектив «Контемп» стал лауреатом третьей степени в двух номинациях – классический и эстрадный танец, а также получил диплом участника в номинации «Народно-сценический танец». А некоторым участницам коллектива даже посчастливилось побывать на мастер-классе у знаменитых хореографов. Мы учились джазу, танцевали, учились новым движениям. Я получила большой опыт на фестивале «Red Star», на который мы ездили. Познакомилась с многими коллективами. Был коллектив «Урал», который привез 234 ребенка. У них были очень интересные танцы. Оценивали выступления девочек сразу две категории жюри. Российская, где в качестве экспертов выступали педагоги из ведущих хореографических вузов страны, и международная. Ставили две оценки. То есть получается, что за одну номинацию каждый ребенок привез две награды. 17 мая горожан ждет отчетный концерт от коллектива «Контемп», который пройдет в театре. Посмотреть на классические, народные и современные танцы приглашаются все желающие. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.